Я Елишка, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее, новую серию операций в Майнкрафте. Как вы помните, ребята, давненько мы уже не занимались подобными операциями. А именно, мы делали операции уже черепашкам-ниндзя, Белушифру, кому еще там? Вроде еще какому-то супергерою, Спайдермену делали, многим другим. Поэтому, ребята, мы были в отпуске, и сейчас мы вернулись в наше хирургическое дело, да? Если я не ошибаюсь. Сегодня, ребята, мы узнаем, кому мы будем делать операцию в этой серии. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ребята. Если мы с вами сможем брать 7000 лайков на вот этой серии, я вам обещаю то, что я сразу же пойду записывать следующую серию операций и выложу ее, ребята, завтра-послезавтра. Поэтому, честно, каждый лайк для меня важен, а поставить лайк, ребята, это всего лишь одна секунда. Постарайтесь, пожалуйста, я для вас сразу же пойду и постараюсь записать новую серию. Честное слово, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, пишите в комментарии. Вот это самая главная часть. Что вы хотите? То есть, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии? Вы можете предлагать что угодно. Ваших любимых персонажей из фильмов, мультиков, не знаю, аниме, что вы там смотрите, различных супергероев. Ребята, хоть кого, все, что вам только в голову придет. Пишите в комментарии, какие вы хотите героев, ну, каких вы хотите героев, чтобы я им сделал операцию, ребята. Я постараюсь и сделаю их для вас. Да, поэтому, ребята, не ленитесь. А сейчас мы будем приступать к самой серии. Как вы видите, пока я был в отпуске, то тут произошли небольшие такие изменения. В первую очередь нам перестроили дом. Как видите, у нас есть уже бильярд, у нас есть аквариум, у нас есть... телевизор, у нас есть компьютер, нифига себе, тут даже какие-то видео уже монтируют. И наша кроватушка, ребята, тоже очень даже крутая. Как видите, у нас тут даже есть пикничок небольшой. Фредди. Чё-то я уже потихоньку догадываюсь, кому мы будем делать операцию в этой серии. Но, как видите, ребята, тут есть у нас гамак. Посидеть там, не знаю, скамейки и, в принципе, пикничок. То есть, офигеть, какие у нас новые нововведения, новости. Когда я был в отпуске, ребята, тут у нас что? Тут у нас мусорка и многое другое. Доктор Стив, ни хрена себе, ты себе лабораторию забабахал. Он просто на улице стоял и торговал там какими-то медицинскими препаратами, да? Ну, или нам там втирал что-то, что нам нужно, да, барыга, доктор Стив? А сейчас, смотрите, сейчас мы ему... надавали бабла, покупали вот этого говнища, то, что он нам продает. И смотрите, 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 что он себе прикупил. Просто офигеть. И крутой такой какой-то гроб. Нифига себе. Так, странно, вас там, не хочу я туда заходить за кулисы. Поэтому давайте, ребята, мы пойдем и посмотрим, что же нам приготовил данный день и кому мы будем делать серию сегодня. Фредди. Ох. Привет, Эдисон, сможешь мне помочь? Моей подруге Чики нужна помощь, ее опять нужно оживить. Да, круто. У нее сели две батарейки, найди испорченные батарейки у нее и замени их на новые, чтобы она дальше могла продолжать веселить детей и охранников. Да, угу. Поможешь, возьми себе новые батарейки в сундуке. Хорошо. Опа, сундучок и да, две батарейки. Ребята, сейчас мы пойдем и посмотрим... о, на нашу Чику, да? Ни хрена себе. Так, что нам нужно? Нам нужно было найти две батарейки. Так, а как нам сюда спуститься? Просто прыгать на нее? Ни хрена себе, я что, суицидник какой-то, что... ну ладно, давайте, раз нам другого способа спуска не предоставили, поэтому... нам нужно найти две батарейки в ее теле, да, чтобы заменить испорченные на новые, потому что она больше не жива. Поэтому, ребята, нам нужно найти две батарейки. Нам нужно искать, где они есть, как у нас... как мы знаем, кто смотрел предыдущие серии, у нас есть ножницы, чтобы ломать вот эту шерсть. И давайте посмотрим, ребята, где же эти батарейки. По идее, всегда одна батарейка должна быть в голове, потому что это основная часть, да, тела. А другая где-то в груди. Поэтому давайте, ребята, мы начнем с груди где-то вот отсюда, как раз по центру. И давайте посмотрим. Да, есть что-то. Бита на 6 урона и боевой ножик на 5 урона. Поэтому, ребята, берем биту и спускаемся вниз. Давайте посмотрим, что же там будет такое. Давайте сделаем тут небольшое вот такое место. И давайте, ребят. О, вирусы! Угу. То есть у тебя не только батарейки сели, еще и вирусы завелись в твоей системе. Ну давайте, ребята. Фух. Надеюсь, что эти вирусы меня не смогут убить. Хоть, в принципе, у нас есть бронька медика, но их очень так много. Так, половину жизни они мне уже снесли нафиг. Один,
Так, все, замечательно, что выпало? Выпал один бакс, золотое яблоко и также еще кусочек пирога. Так, бакс нам нужен, золотое яблоко тоже, если потом с кем-то нам нужно будет сражаться. Как видите, у нас тут есть место для батарейки, ломаем испорченную батарейку и ставим новую, да? Да. Опа. Так, все, первое место готово, ребята. Сейчас нам нужно выбираться и искать второе место. Второе место, как я уже сказал, наверное, будет где-то в голове, потому что если в туловище было, то в голове 100% должно быть. Поэтому давайте, ребята, сразу в мозги. Сразу в мозги. Ты готовы, чик? Прям в нос. В клюв твой нафиг, давай. Опа, да, есть еще. Так, тут второе место для батарейки. Давайте посмотрим, что же у нас тут будет. Мне кажется, опять вирусняки и просто заменить нужно будет, да? Да, опять, твою... В каждой комнате нафиг по 4 вируса. Нам нужно бы оружие посильнее, потому что это не дело, ребята. Это не дело с этим оружием конченным, с этой битой. Она вообще нафиг... А ты что там застрял? Не сильно. Так, кстати, квест мы уже выполнили. Нам нужно еще... Так, все подняли. Нам нужно еще заменить вот эту батарейку на новую. Опа. И давайте пойдем вернемся к нашему... Фредди, и посмотрим, смогли ли мы выполнить вот этот квест, ребята. Один вот так. И, в принципе, мы забрали деньги, мы забрали золотое яблоко, которое нам выпало. И также нам, ребята, выпал еще один железный слиток. Поэтому возвращаемся к нашему Фредди. Ну что, Фредди, порадуй нас, мы выполнили. Да, спасибо за выполненную работу. Опа, что-то он нам дал. Да, 5 баксов он нам дал. Нормально, 5 баксов, это очень даже, у нас есть уже 25 баксов, что мы за 20 баксов можем уже купить Экскалибур. На 7 урона. Легендарный меч. У нас бита на 6 урона, а Экскалибур на 7. Заманчивое предложение, заманчивое, ребята, покупать? Или все же немного еще поднакопить, может, а на следующий день у нашего доктора Сива будет какое-то новое оружие, там, допустим, за 35 баксов, где не 7 урона будет, а 8 урона. Может, ребята, подождать? Вот этот железный меч уже нету смысла 100% покупать, потому что у нас уже бита такого же урона, имеет такой же урон, как железный меч, поэтому не стоит. Но зато железную кирку, мне кажется, можно будет потом купить, да. Ну ладно, ребята, давайте вернемся к нашему Фредди и посмотрим, может у него есть еще какое-то дополнительное задание. Фиг его знает. Ну что, Фредди, что у тебя есть нового? Так, спасибо за помощь. Да не за что. А сейчас... пройди и проведай, как там Чика же? Вас здорово? Ну хорошо, сейчас пойду посмотрю. Ты на меня так не пялься, а? Не пялься? Так, Чика, ты же вас здорово, ну... Не знаю, я, если честно, пока что нифига не вижу, здорова она, не здорова она. Я не знаю, что мне спрашивать. Чика, ты как? Все нормально, ненормально? Может, нам найти нужно какой-то рычаг, чтобы ее запустить? Или не знаю, что нам нужно найти? Тут нифига... О, да, вот, да, неожиданно, нажимная плита. А, значит, мне... Ага, ну, в принципе, все ясно. То есть нажимаем на нажимную плиту, мы ее оживаем и возвращаемся к нашему Фреддику. Фреддику, что-то мне это напоминает. Мне кажется, я у кого-то фразу стыбзил. Нет, к Фредди, просто к Фредди. Не к Фреддику, а просто к Фредди. Да, простите меня, Ярик, простите меня. Так, поэтому, мне кажется, мы ее просто сейчас оживим и все. Что за хрень, как я оживим? Это подстава! Я помог им нафиг оживить эту конченую Чику, а она на меня еще напала. Они меня заманили в ловушку. Так, Тинти, я вижу. Тинти и... Ага, круто. Так, иди сюда, паскуда, иди сюда. Тинти и зажигалка. Значит, нам нужно будет что-то взорвать. Эту Чику нахрен конченую взорву, чтобы они больше никогда детей не мучили, и охранников тоже. Опа, мы ее убили. Тут у нас что-то, и тут у нас что-то. Слушайте, мне кажется, не зря мы взялись за вот это дело, и даже несмотря на то, что они нас подставили, очень даже неплохо. О, вот что значит. А сейчас мы забираем это TNT. Забираем. А, кстати, вот тут, да. Вот. И все, Чика. Прощайся. На тебе между глаз прям. На тебе прям сердечко твое. Вот, допустим, куда-то. Ну, нет, чтобы отделить тело. Чтобы отделить тело от туловища. Вот сюда один TNT. И давайте поставим сюда, в нижнюю часть, где у тебя сейчас ноги должны начинаться, да, чтобы, наверное.
просто наверняка, чтобы навсегда остановить твое зачатие с другими, хоть ты, в принципе, робот. Ну да ладно. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Один. Два. Три. Всё. Чика уже 100% больше никогда не вернется. Да, тут дырочка, тут дырочка, и тут небольшая дырочка. Что-то тебе в лицо попало, как-то оно немного напухло, мне так кажется. Да, круто. Ну, все, давайте вернемся к Фрэнни и посмотрим, что он сейчас нам скажет, а? Паскуда подставила нас. Да, какая же у нас красивая Чик, какая ты же красивая, мне так ты даже больше нравишься, да? Так, Фредди, да, а Фредди больше нету, да, не удался их план, не удался. Ну, Чика нас уже точно не потревожит, а Фредди может еще когда-то вернуться, ребята, посмотрим. Но, мне кажется, на этом мы выполнили нашу миссию, мы сделали операцию, да, доктор Стив, мы заработали немного бабла, посмотрим, что нам предложит доктор Стив в следующей серии, может, там у него будут уже какие-то новые предметы для покупки. Да, ребята, поэтому большое спасибо вам за просмотр. Если вы хотите видеть следующую серию, ребята, ставьте лайк. Я вам даю слово, набираем 7000 лайков. Я завтра же выпускаю новую серию с операциями в Майнкрафте. Но что самое главное, ребята, вы сами можете давать мне идеи. Вы можете предлагать, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Как я уже сказал, ваши любимые персонажи с мультиков, аниме, фильмов и различного, ребята, всего другого, игр. Все, что вы любите, пишите в комментарии. Супергерои, там, Marvel, DC, не знаю, какие-то мультики, Gravity Falls, ребята, пишите все, что угодно, я попытаюсь воплотить в жизнь ваши идеи. Да, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, кидайте ссылки своим друзьям, делайте репост этого видео и, конечно же, пишите в комментарии, как я уже сказал. Также, ребята, можете добавить меня в друзья ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании, заходите, клацайте и добавляйте. Ребята, еще раз большое спасибо вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока.